Технологии будущего и безопасность. Севастополь не отстает от современных мегаполисов в использовании инноваций в различных сферах. Буквально несколько лет назад раскрыть преступление, совершенное на улице или в общественном месте, было не так просто. Повезет, если злоумышленники попадут на камеру, установленную, например, у магазина или банка. Сейчас картина совсем иная. В разных точках Севастополя работают более 500 камер. Всевидящее око следит за порядком в местах массового скопления людей, в парках и скверах, на социально значимых объектах, школах и детских садах, а также на стройплощадках. Все системы видеонаблюдения внесены в единую систему Argus, которая успешно работает с 2020 года. Вы можете зарезервировать для себя видеопоток, какой-то отрезок времени, в который, например, вы знаете, что в эту камеру попало какое-то правонарушение, совершенное в отношении, там, допустим, вашего имущества или вас лично. И это зарезервированный кусочек видеоизображения, он сохранится в базе данных на то количество дней, которое необходимо. И при обращении в правоохранительные органы вы им скажете номер вашей заявки в системе видеонаблюдения, и они также смогут эти материалы использовать в деле, так как эта информация является юридически значимой. Кадры, попавшие в поле зрения одной из камер, однажды очень помогли жителю Севастополя Александру. У него украли велосипед. Мужчина оставил транспорт у кофейни и отсутствовал всего несколько минут. Когда вышел на улицу, обнаружил пропажу. Рассказал об этом, о своей пропаже своим друзьям. И товарищ мне говорит: а ты знаешь, говорит, вот на портале государственных услуг есть такая услуга сохранения видеоархива с камер видеонаблюдения. Вот. И эти камеры подключены к государственной системе Argus. Вот. Ты можешь обратиться на этот, он мне говорит, можешь обратиться на портал госуслуг и там заказать видеоархив. Номер заявки тебе дадут. А с номером заявки и сохраненным на нужное количество времени видео потерпевший сразу же обратился в полицию. Видеоархив с места преступления помог установить личность нарушителя. Каждую камеру и ее ракурс Департамент цифрового развития Севастополя согласовывает с МВД. В дежурных частях города монтируется специальная видеостена, которая позволяет в режиме реального времени круглосуточно наблюдать за ситуацией в городе и оперативно реагировать на нестандартные ситуации. На видеостене мы наблюдаем места массового скопления граждан, гостей города Севастополя, центральные улицы и площади. Мы используем различные участки местности, в частности, центр города, район 100-метровки, площади, ну и места массового скопления граждан. В случае, если в этих местах совершается правонарушение либо преступление, это дает нам возможность незамедлительно реагировать на эти преступления, соответственно, использовать силы и средства наружных служб, нарядов, ППСП, ГИБДД. Система Argus работает в Севастополе 2 года и постоянно совершенствуется. Камер становится больше, а картинка четче. Распознать лицо человека можно, даже если он в маске или закроет лицо руками. А жильцы многоквартирных домов могут обратиться в управляющую компанию и установить камеру видеонаблюдения на придомовой территории и наблюдать за порядком даже с помощью смартфона с другого конца света. Главное проследить, чтобы камера была внесена в единую систему видеонаблюдения. Ксения Погосова, Денис Прошин. Новости Севастополя.